Два яйца, немного специй и вуаля, заготовка для омлета готова. Суперэкономный вариант. Себестоимость блюда не превышает и 15 рублей. Масло кунжутное. Какое нашел? Точнее, какое осталось? Вдали от родного Баку студент Виталий Кузнецов не забывает семейный секрет. В омлет обязательно добавляют пищевую соду для пышности. А соду я добавляю так. И вот сколько осталось на палочку, столько добавляю в яичницу, в омлет. Через пару минут омлет поднимается, можно приступать к трапезе. Кухня в студенческом общежитии не простаивает. Электроплита не успевает остывать. Даже во время сессии студенты стараются питаться правильно. Доширак я на первом курсе прям каждый день ела, потому что нехватка времени, особенно когда сессия. Вот тогда я покупаю доширак. Но доширак, в принципе, дешевле выходит, но ты все равно им не наедаешься, поэтому приходится за раз несколько штучек покупать, 5-6 штук, это на один день. Средняя цена одной порции лапши быстрого приготовления – 20 рублей. 20 умножаем на 5 – количество упаковок, которые назвала наша героиня. Итого 100 рублей в день. Светлана Бузбаева за домашнюю еду. Студентка готовит первые и вторые блюда. Бюджет на продукты в месяц – 5000 рублей. В среднем на завтрак, обед и ужин ежедневно студентка тратит 160 рублей. В рационе мясо, рыба, крупы, овощи и фрукты. Сегодня готовит макароны с курицей по фирменному рецепту. Макароны я не люблю отваривать, потому что они получаются невкусными. Поэтому я стараюсь желательно всегда кидать и обжаривать в соевом соусе. Хоть какой-то вкус, какой-то необычный вкус появляется. Вкусно, а главное быстро. Здесь лишь может поспорить лапша быстрого приготовления. Она готовится пару минут. Этот фастфуд вошел в студенческий рацион в конце 90-х годов. На прилавках представлены разные наименования и вкусы. Врачи и диетологи в унисон твердят – эта еда вредна. Так ли это? Поинтересуемся у специалистов регионального Роспотребнадзора. Дело в том, что вермишель, она сама не вредна, потому что она состоит из муки, яиц и воды. А в основном, конечно, вредны только добавочки. Те пакетики, которые прикладываются к этой вермишели. Вся соль и зло в пакетике с приправами. В них усилители вкуса. Те самые ешки и пальмовое масло. Их можно заменить обычным перцем, солью и пряными травами. Лапша из пшеничной муки, пользы в ней мало. Но и вреда нет. Получается, все упреки в адрес дешевой лапши беспочвенны. Специалисты все же не советуют употреблять бульон после заваривания. Если немного помудрить, то фастфуд за 20 рублей можно превратить в авторское блюдо. Стоит включить фантазию. За вдохновением мы обратились к профессиональному шеф-повару. Ее можно приготовить легко, просто и без химии, которая находится внутри доширака. Для этого нам понадобится лук, овощи, лук, болгарский перец, стручковая фасоль и филе одной грудки. Справедливое замечание. Затрат больше, но без курицы вполне бюджетно. Головка лука, четверть болгарского перца стоит не более 30 рублей. В сезон гораздо дешевле. Эта лапша быстрого приготовления, конечно, готовилась дольше, чем обычно тратят студенты на для ее приготовления. Но посмотрим, вкусная ли она получилась без добавления усилителей вкуса. Примерно такой же вкус, но намного полезнее. Даже с глутаматом натрия усилителем вкуса будет не так вредно, столько же в одном кусочке колбасы из магазина, уверяют специалисты Роспотребнадзора. Студенты смело могут есть лапшу из пакетика, главное не перейти на мономеню и все же соблюдать разнообразие в еженедельном рационе. Жанна Ливер, Руслан Асанов, Руслан Срывченко, Центр новостей.